Всем привет! ZBrush 2019 и давайте рассмотрим, как сделать доктору Фасилье именно шляпу. По-простому. Есть шляпа у меня, как делать именно в Blender. Посмотрите, ссылку на ролик оставлю. Так, где найти именно болванки вот эти, да? Это вот папка. Здесь вот эти вот находятся болванки в Project. Называется Head Plans. Вот так вы нажимаете, открываете, потом Liftbox можно закрыть, и вот она, болванка. Перспективу отключаете и экспортируете, куда вам уже надо, именно в формате Obj. И пользуйтесь вот этой болванкой в любой программе. Так, давайте теперь сделаем шляпу все-таки. Открываем тулы и найдем... Первое, что цилиндр. Вот с него делать и будем. Вы видите, что у него полигонаж. Вот так вот выглядит. Нужно сделать его гладким. Так, флур можно отключить. И давайте сделаем Make Polymesh, чтобы можно было с ним работать. Shift, правая кнопка мыши, левая выравнивает. Теперь добавляем дивайдов, Ctrl-D. И вы видите, что цилиндр становится гладким. Так, Dellow, вот эти дивайды можно теперь удалить и с этим делом работать. Включаем Move и вот так вот все это дело чуть-чуть вытягиваем. Верхнюю часть потом можно будет обрезать. Делаем в саптулах дубликат. Теперь переключаемся на дубликат и вот этим ползунком на гизмо. Вот так все сплюснем. Один именно саптул. И скайл вот за желтый квадратик можно потянуть. Опускаем вниз. Где-то вот так. И выглядит все это дело пока вот таким образом. Еще немножко сплюснем, чтобы вот эта часть потоньше была. Вот так. И поднимем кверху. И в принципе цилиндр готов. Можно вот эту вот полосу сделать. Каким образом? Переключиться на Subtool. Вот этот. И сделать, допустим, еще один дубликат. На него переключиться. И опять же Move Gizmo. Делаем Scale сначала. Побольше. И опять же все это дело сплюснуть можно. Вот так. Вот получается у нас уже полоса с кантом. Чтобы кант чуть-чуть побольше сделать, вот так вот, скайл делаете, и уже у нас именно кант. Итак, шляпа есть, нужен теперь веселый Роджер. Давайте альфу подгрузим, импорт, можно скачать, вот черная не работает на белом фоне, а вот белая на черном фоне, давайте попробуем открывать. И заходим в альфу и нажимаем Make 3D. Смотрим, что получилось. Вот такой веселый Роджер. Маску снимаем Ctrl-I. И делаем опять же вот этот, сплюснем его. Так, смотрим, что получилось. А, ничего так прикольный. Так, толщину смотрим, вроде нормальная. Теперь заходим, находим нашу шапку. Так, где она у нас тут находится? Вот она, шляпа. Alt, левая кнопка мыши уменьшает, переносим. Переключаемся на верхний вот этот Subtool и делаем Append. И находим вот этого скелета. Добавляем его сюда. Теперь можно его... Так... Ctrl-Z, на него переключиться и вытащить его вот вперед, вот сюда. Сделать ему, допустим, скайл побольше, вот так, и перевернуть. Так, что-то в таком духе получается. Выравниваем его посередине. Вот так вот.
И теперь вопрос, нужно его к шляпе как-то прикрепить, да? Так, давайте его сейчас поближе еще подведем. Вот сюда, вот так. Так, Ctrl-Z. Смотрим, что да как. Он немножко перекрутился. Не беда. Так, можно чуть-чуть еще скайл уменьшить и ниже опустить. Вот сюда где-то. Теперь заходим в кисти, в браш, и найти нужно нам кисточку, которая все это дело округлит именно по сабтулу. Так, я давно ее не открывал. Так, вот она, матер. И вот так все это дело проводим. Вы видите, что скелет приобрел форму именно вот этого цилиндра. Теперь можно все это дело немножко подкрутить и подтянуть поближе. И вот так вглубь чуть-чуть его усадить. Ну вот, получается вот такой скелет на шляпе. Так, смотрим, что тут да как. Вот нормально он его облегает со всех сторон. Все прикольно. Толщину можно регулировать. И давайте разберемся еще вот с этим сабтулом. Так, его можно вот так вот замаскировать. Сделать Ctrl-I. И вот эту часть немножко еще кверху поднять. Где-то вот так. Что-то в таком духе. Снимаем маску. Делаем всему этому делу Dynamesh. Геометрии Dynamesh. Так, побольше резолюцию. Так, все нормально. Так, это многовато. Ctrl-Z. Так, ну давайте 128 оставим. 105 тысяч нормально. Потом переделаем. Делаем Ctrl-Shift и ставим именно курву резкую. Trim Curve вот эту. И можно ее как бы наискось вот так вот срезать. Шляпу. Ну и вот получается вот такая простая шляпа. Ее теперь раскрашиваете. И все нормально. Здесь вот можно именно вот эти части объединить. И покрасить. Объединение работает именно вот так. Нажимаете на первый сабтул и merge. Merge down, ok, merge down и так далее. Шляпа теперь имеет у нас полигруппы. Вот такие. И можем нажимать на Ctrl-Shift, левый клик. Вот можно раскрашивать теперь, допустим, только череп. Теперь можем вот эти части раскрашивать. Вот на какую нажмем, ту часть можем и делать. Вот такая штука. Ну, также можно все это дело потом дооформить кисточкой Moff Topology или Moff Elastic. Вот они. Вот так. Делаем Ctrl-W одну полигруппу, если уже нам не нужны полигруппы. Вот теперь все однообразно. И можем все это дело Draft Size побольше и как-то тут компоновать. Сначала еще давайте Dynamesh сделаем. Вот теперь можно компоновать. Шляпу как-то вот догибать. Где-то какие-то части подгибать, вот вытягивать. Ну там, допустим, вот козырек чуть вниз. Эту часть можно чуть-чуть вдаль поднять. Если сделаем, допустим, симметрию, Modify Topology Mirror and Well, то увидите, что шляпа становится симметричная. X английская помогает работать симметрично с моделью. Как бы вот так.
Здесь как бы вот так поджать можно. Ну, поприкольнее сделать шляпу. Края как-то подзагнуть кверху вот так. Вот такая получается шляпа. Ну а дальше любая ваша фантазия. Как вы решите, какая форма у нее должна быть. Вот, возможно, можно чуть-чуть X отключить и еще уменьшить ее. И вот так вот как-то еще кверху вытянуть. О, она еще длиннее становится. Ну, словом, вот такая штука. Вот так вот. Это самый простой способ. Все, всем пока, до свидания.